Половинчатое решение Международного олимпийского комитета разрешить участие так называемым чистым российским спортсменам в Олимпиаде в Южной Корее, но под нейтральным флагом, вызвало бурю эмоций у любителей спорта. Наша творческая группа вышла на улицы столицы республики, чтобы послушать мнение горожан. Ну, вы знаете, это очень спорный вопрос. Тут все зависит от государства. Потому что спортсмен, он, как сказать, у него мечта одна – выступить. Все зависит. Показать себя, показать свои результаты, на что он способен. Он ради этого тренировался. Может быть, у кого-то это и последняя Олимпиада в жизни, в которой он может участвовать. А так, я считаю, что надо выступать. Все участвуют, все принимают этот допинг, и только к нашим так придираются сильно. Если наши так выступают, значит, все должны под нейтральным выступать. Это нечестно получается. Допинг не предъявили почему-то, так говорится. Очень плохо отношусь. Но думаю, наши все равно победят. Даже под любым флагом. Но под нейтральным выступают, пускай выступают, да? Да. От этого нельзя отказываться. Обязательно надо выступать. Ну, это такой вопрос. Ну, это долго можно говорить, но я лично за. Пусть выступают. Политика. А ребята при чем тут? Почему мы должны выступать под каким-то флагом, когда у нас есть свой флаг? Российская Федерация. Это испокон веков, грубо говоря, его же не просто так придумали. Это гордость России, гордость всему. Ну, по мне пусть едут. Пусть нейтральный флаг, но едут. Человек готовился, всю жизнь готовился. Я думаю так.